сегодня у нас в зале самый терпеливый зритель. Спасибо вам большое, что вы пришли, потому что концерт даже для одного зрителя – это большое дело для артиста. И сегодня программа, которую мы хотим представить, это программа одного из наших, одного из ведущих семейных клубов трезвости наших, вот, которые продолжают дело горячо любимого и вами, и нами, Сергея Александровича Рачинского. На самом деле, прежде чем начнем наш концерт, я хочу сказать, что Татевская земля для нас стала необыкновенно родной, очень близкой, очень теплой, потому что вот здесь нас принимают так, как иногда не принимают нас дома. Вы знаете, это такое счастье, такая необыкновенная радость, когда ты приезжаешь, казалось бы, в совершенно чужое место, а уезжаешь, и ты понимаешь, что ты расстаешься с частичкой самого себя. Это совершенно необыкновенно. Поэтому с большой любовью и от полноты вот этой любви мы привезли сегодня концертную, такую небольшую нашу концертную программу. И главная ее составляющая – это авторские песни, вот, как я уже сказала, ведущего семейных клубов Никиты Вичанина. Он является журналистом парламентской газеты, отец троих совершенно разных необыкновенных дочерей, ведущий и вообще очень творческий человек. И сегодня он представит вам свои песни, то есть он и музыку, и слова пишет сам. И это действительно очень доброе творчество, потому что оно прошло через сердце. То есть это не творчество по заказу, а такое вот творчество от души на злобу дня, потому что Господь дал возможность писать стихи, сочинять музыку. Далеко не всем эти таланты даны. Ну вот те, которые есть, ими должны пользоваться. Поэтому сейчас Никита выйдет к нам на сцену и представит свою программу. Программа называется «Шаги по воде». И, наверное, вот первая песня, с которой он к нам сейчас сюда выйдет, это и песня, которая открывает эту программу с одноименным названием. Ну, давайте его встретим аплодисментами. Спасибо. Следом неуклюжим, мир дождем простужен, я пробитым ним. Здесь тоска по небу, что схватили тучи, кто меня научит жить тяжким одним? Через капли солнца до меня дотронься, когда мерзлых нос белых плодов. И сквозь нити дождя я замечу себя посреди разбросанных снов. Как когда-то ложились шаги по воде, как в пустынях египетских жизнь расцвела. Так слова, что звучат чистой правдой своей, я надеюсь когда-то услышать себя. Душ мир умолкает, мысли он листает, он не слух чекает, что придет за ним. Он стихи чекает, песни ворованит, он с лица смывает серый маски грим. Он поет про солнце, что метет в оконце, как слеза младенца в глазах. И сквозь нити дождя я замечу себя беспорядочно разбросанных снах. Как когда-то ложились шаги по воде, как в пустынях египетских жизнь расцвела. Так слова, что звучат чистой правдой своей, я надеюсь когда-то услышать себя. Музыки потока, в ритме востока, серого востока, я рассвета жду. Пусть в него не верят, за квартиру верю, свежестью преддверия я его зову. Мы
Будет навстречу солнце, дверью распахнется, ненадолго прикрыть мне глаза. Вспомню я, что рожден с так горячим лучом, и бежать от вечного сна. Как когда-то ложили шаги по воде, как в пустынях египетских жизнь расцвела. Да слава, что звучат чистой правдой своей. Я надеюсь когда-то услышать себя. Добрый день. Вот с этой песни мы с вами знакомимся, ну, с кем-то мы уже знакомы, с кем-то не очень, с кем-то вообще не знакомы. Вот. Ну, что такое, почему шаги по воде, собственно говоря, и что это означает? Шаги по воде – это символизирует всегда сомнения наши. Мы, наверное, так по жизни идем, вот, когда мы масса того, в чем мы не верим, и это сбывается в наших глазах. Ну, как правило, это радостные сюрпризы. И мне кажется, что есть у этой жизни есть такое движение, вот эти сомнения, они и двигают на то, чтобы как преодолевать их или наоборот с ними соглашаться, но лучше, конечно, не соглашаться. Но самое страшное, когда все-таки эта жизнь ей не дает появиться на свет. И есть в моем репертуаре есть такая песня, которая посвящена теме детоубийства, теме абортов. Надо сказать, что она вызвала довольно большое количество откликов там, и в интернете, и в другом пространстве, медиапространстве. Дело в том, что я ее сейчас вам представлю, песня «Тихий ангел» называется. Это не попытка кого-то осудить, это попытка все-таки заставить задуматься над тем, что радость жизни, она ни с чем не сравнима, ни с каким личным комфортом, радость новой жизни, появление новой жизни. Ни с каким личным комфортом, ни с каким собственным размышлением о собственной карьере и так далее, и так далее, и так далее. Это я вам, как папа троих дочек, говорю и пою его песню «Тихий ангел». Строила дом на песке, ты сердце подвесила на волоске, на мятых постелях ты в криках сожгла ребенка, что не родила. На улице солнце, на сердце лишь лед, но где-то сквозь югу птица споет о том, что возможно. Ты прощена ребенком, что не родила. Наяснится слеза, вспыхнет соленой росой, поют небеса над каждой ожившей душой. Весь вечер гуляй, ветра, мама с тобой, рядом с тобой, как сон, звон, плыл над рекой, там ждал, звал тихий ангел с собой. Как будто бы власть с деньгами пришла, как будто бы в масть карьера пошла, как будто сама вела дороги свои, придумала любить без любви. На улице солнце, на сердце лишь лёд, но где-то сквозь юбу птица споёт о том, что возможно, ты прощена ребёнка, что не родила. Нарисница слеза,
пикнет соленой росой. Поют небеса над каждой ожившей душой. Песни чергуля и ветра. Мама с тобой, рядом с тобой, как сон. Сон плыл над рекой, там ждал, звал тихий ангел. Осталась одна, обрывками сна, сходила с ума. Боль обрывалась каскадами льда и таяла в надежды лучах. На ресницах слеза вспыхнет соленой росой. Поют небеса над каждой ожившей душой. Весь вечер гуляли ветра, мама с тобой, рядом с тобой, как сон. Звон плыл над рекой, там ждал, звал тихий ангел. С тобой. Спасибо вам большое за внимание и за объяснение. У нас немножко, видите, некоторая перегрузка идет на колонке, но в этом нет ничего страшного. Мы сейчас попробуем, в общем-то, спеть еще одну песню с колонками. Если не получится, то будем петь под гитару. У нас тоже как бы этого не проблема. А вот следующая песня, которую хотел бы, собственно говоря, вам представить, она связана с именно с той радостью жизни, которая, собственно говоря, в которой, к сожалению, у нас по статистике 5 миллионов человек как минимум отказывается. Именно столько происходит абортов в стране по той статистике, которая имеется. Но вот, не буду, как журналист, не буду, это данные, которые очень часто используются. И, к сожалению, но вот когда у меня появлялась на свет, должна была появиться моя дочка, и 5 месяцев была беременна жена, и я вот думал, как-то я себя неуютно чувствовал вообще. Как-то я думал, что надо что-то делать, что-то денег мало, и так далее. И вот тогда я вдруг понял, что какая-то радость, когда посмотреть на ребенка, который впервые бежит, и он радуется первым шагом. И вот так родилась эта песня, которая называется «Радость первых шагов», но она адресована не только к детям, новорожденным, вообще не можем вообще песню быть адресован, вот, а еще и к тем людям, которые начинают, скажем так, жизнь новую, преображенную, в каком-то таком обновленном состоянии. Вот у меня был такой момент, и именно об этом песне «Радость первых шагов». Колодец пустой, что много сок, крики
ответы вопросов, и кислота не занял ответ. Он был настоящим, он превращался в порог. Новый дня, радость первых шагов нас покрывает, теплит надежду любви. Приходящий в сердце настроится вновь на лад необычный и в сочетании думы и мечтаний, одни из скитаний, новые бы очистили взгляд, даже трезвый не мог оценить всей глубины. Камни тяжелые, камни души вдруг стали легки, как самоцветы, что возможно нести. Лишь мысли окрепшие, радость первых шагов нас покрывает, теплит надежду любви. Приходящее сердце настроится вновь на волне обычной и в сочетании думы мечтаний, огни и скитаний, новая пыль прорастет. Превозношение и так далее. Это просто ощущение, то ощущение души, о котором говорил один из образованнейших людей своего времени, святитель Филарет Московский, который жил во времена Александра Сергеевича Пушкина, кстати, вел с ним очень интересную переписку в стихах.
Так вот, Филарет Московский сказал о том, что, не помнится дословно, но смысл в том, что благословенно то, та держава, то отечество, которое позволяет быть своим населением не только его гражданами, но и гражданами Царствия Небесного. И эта песня «Бой» — это песня о том, что пришлось самому пройти. И я представляю гражданин Царских Небес. Я был убит, и вот я воскрес первым лучом новой зари, криком восстывшей груди. Дуло экрана шепчет «Умри!», только из тени не выходи. В выжженном поле прожитых лет я рождался на свет. Счастлив тот, кто смог посмотреть прямо солнцу в глаза, кто перестал бояться последнего дня. Чистые ноты рвется струна, чтобы мир узнать. Счастлив тот, кто правду смог не предать. Я избиратель Божьего дня. Радость предателя нет для меня, гордость Содома, секты оскал, нет для народа, что Бога искал. С ним в Ленинграде блокаду держал, войнах чеченских Россию не сдал. С ним оживал в слезах матерей, в крови погибших друзей. Пусть я уйду, павшим землю зерном, чтобы восстать новым ростком. Не на миру, а на войне, рядом с святой Георгий в седле. В наших киотах царь Николай, сердце завещанный Господом рай. Наши глаза перед Творцом, как дети перед Отцом. Счастлив тот, кто смог посмотреть прямо солнцу в глаза, кто перестал бояться последнего дня. Чистые ноты рвется струна, чтобы мир узнать. Счастлив тот, кто Бога смог не предать.